Давайте все лезем. Залезайте кто-нибудь. Здесь, давай. Рука, блин, удобно. Давай. Все, я третьим залезу, окей. Тут внутри вот здесь обстановочка. У меня тут какая-то. Что нахуй все? Там кто-то жрал тушенку. Раскрой ее пока. Так. Такой еще тушенки валяются разных хуйни. По-моему, кто-то обосрался нахер. Так. Игрушки. Там дальше. Здесь вот. Здесь жестоко воняет. Да, слушай, правда, молодец. Чек. Видя, ты чувствуешь? Расписание. Здесь расписание. Тут есть вода, сода, разная херня. Тут еще полностью лампы везде. Всякие, да, пошлите, откроем дверь. Так, здесь. Здесь и шкафчики. Здесь ничего нет. Так, вот где дверь. Очень темно и нихера не видно. Открываем. Ох, нихера, смотрите, она открыта. Так, вот на улице, ладно. Это то место, откуда мы пришли? Да. Я нашла выжималку. Пошлите дальше. Тут никого нет. Вот это страшный коридор. Может, пройдемте? Че, прямо сейчас? Давайте. Отойди, это сделаем мастера. Ну, тихо, и маме шумит. Всё. Она открыта. Ну, вы вообще... Её покрасили? А, блин, не бей меня, папа. А, это новое заведение. Оно возводится здесь. Скорее всего, работают рабочие. Здесь даже чьи-то тапки валяются. Нихуя огромные. Нихера, смотрите, тут и не надо. Что я иду? Вот смотри, это площадь, которую мне сейчас перестала не брать. А, как он здесь оказался? Здесь уже кто-то был. Ну, хера, не шумите. Так, что здесь? Здесь что, пацан, здесь полно игрушек. Так, хуйня, кубик всякий. Вам пошлите отсюда, не будем здесь задерживаться, будем стараться быстрее все делать. Так, еще что-то, что там? Да, как валерами. Фу, не будем туда идти. Ну, проходите кто-нибудь быстрее, давайте. Двигаться быстрее. Блядь, чуть не споткнулся. Пошли по черному коридору. Потом поднимемся на второй этаж. Здесь, конечно, ни хера ничего не видно. Гробовая тишина, пиздец прям. Да, едет классный, прикольный комплекс. Ну, что-то уже очень срачно прям. Это, походу, это куда деньги уходят. Блядь, свет, огромный. Что за хуйня? Это баня, что ли? Да. Сейчас мы пройдем осторожно. Нихера, здесь разломанная дверь. Проходите быстрее. Это вам? Да. Это парилка. Смотри, что нахуй тебе уходят нахуй. Давайте двигаться быстрее. Да. Так, здесь темные. И, кстати, все темные двери, помнишь, Нурик, я тебе говорю, не открывай эту дверь. Значит, здесь уже кто-то был. Это здесь уже был кто-то. Так, сейчас мы вам покажем, что здесь. Хуйня какая-то. Пошлите сюда. Здесь еще одна комната.
Чешки, зачем они вам, чешки? Кстати, тут какие-то большие здоровые шкафы. Давайте посмотрим, может, там что-то есть. Мы не обследовали здесь все, так что, блядь, здесь опять туалет, пошли не нахуй. Пошлите, пошлите. Эй, идет, не шумите. Не ведите себя, как вы живете. Давайте все покажи. Туда, вот здесь. Вау! Ну, это круто. Классно. Давай поиграем. Она не шутает. Я могу видеть, как долго. Не стоит ее вот так называть. Сюда. Не задерживайтесь, придурки. Так. Там же красиво лето. Походу, наркоманы были. Оу. Масло. Так, витамины. На этих тише, тише. Потом первый заряд, следом. Всякая херня. Так, пошлите дальше. Если опять туалет, даже не хочу туда идти. Так, продолжаем. Вот там все шуваляется. Херня какая-то. Ох, нихера. Он работает? Он работает? Нас нужно зарядить на солнце, видишь? А, это солнечные батареи. Это солнце? Да, да, солнечные батареи. Давайте пошлите дальше. Это все на этом этаже, это все, да? Не шумите. Что там еще? Второй этаж надо. Подвал. Какая дверь? Вы прервались, попытались сломать дверь, у нас ничего не получилось. Мы продолжаем идти на второй этаж. Давайте поднимаемся на второй этаж. Подвал мы не будем сегодня идти. Честно говоря, да, мне мандражно. Так, пошли сначала направо. Здесь опять шкафчики. По-моему, засекли. Здесь уже есть люди. Мы попытаемся выйти. Если это бомжи, то мы их пойду. Пытаемся выйти. Это не так. Дверь открыта с той стороны. Там. Ах, блин. Чёрт. Быстрее. Быстрее вперед. Уходите, выйдите. Так, идем спокойно, тихо. Никуда не торопимся. Мы выходим. И на этом заканчиваем свою запись. По-моему, в здании по-настоящему кто-то есть.